Следующая песня – это песня праздничная, песня «Тостовая», тосты, там звучат тосты, которые надо просто запомнить. Вот 23 февраля, не успели, 8 марта, на 8 марта. Используйте, придут гости, вы придете в гости, возьмете слово, процитируйте, и гости не уйдут от вас, потому что хорошо не будет. Или вас не отпустят из гостей, потому что тоже будет хорошо. Так что запоминайте. А все это началось с того, что как-то в большом советском энциклопедическом интернете, извините, я прочел, что грузинский просветитель князь Давид Чубинишвили в 1887 году издал первый русско-грузинский словарь, и там впервые прозвучало для всего мира слово понятие «тамадовство». Тогда оно означало «старшинство во время питья вина». Красиво! И сейчас, да, старшинство во время глотания с борта. Маленькую решку и там.